Есть успех. Доброе утро. Доброе. Как дела? Отлично. Ну, коли так, что мы сегодня делаем? Новую тему. Посмотрите, пожалуйста, домашку. Есть ли по ней вопросы? Где я написала правильно? Да. Есть такой. Так. Пробуем, пробуем, спрашиваем, что там. Вопросов никаких. Хорошо, если так, давайте посмотрим, где у нас могут быть вопросы. Это юнит 8. Открываем. Где наш талмуд огроменный? А вот он. И мы сейчас на страничке 159. Продукты. Так, что мы сегодня будем делать? Мы заходим в новую тему. Сначала мы сделаем страницу, а потом мы зайдем в тему, собственно говоря, в маленькую тетрадочку, если она у вас есть, и посмотрим на слова. Ну, пока мы их разберем сами. Я вас так плохо слышу. Да? Может, как-то вы поправьте микрофон? Поправьте микрофон. А где на ноутбуке поправить микрофон? Давайте я просто перезвоню. Давайте. Я не знаю, где здесь справится микрофон. Ага. Его еще надо отключить. Отключились. Сейчас будем звонить. Где на MacBook надо поправить микрофон? Кто знает? Будем пробовать. Алло. Нет? Плохо? Лучше или... А, лучше. Хорошо, лучше, лучше. Значит, капитель 8. Ну что же, поехали. Продукты und Konsum. Продукты и потребление. В путь. Страничка 159. Partner interview. Consume. Давайте почитаем, что они хотят. Интервьюируем здесь Курштелем, мэр, он баристом, зи, аншли, уба, ди, гебнеса. Что это такое? Интервьюер, обговорить, да? Да. Проведите интервью, а с кем? Собеседование. Цвае два курс тайнема участника курса он берихтен зи и расскажите вы аншлиссен в конце концов über die Ergebnisse, как они говорят, да, о своих Ergebnisse высновках. Ну, давайте поговорим. Путь первое. Kaufen Sie gerne ein, was kaufen Sie liebsten? Это про еще питание или чем? Как хотите, я вижу у барышень сумки, там все, что хотите, есть. Kaufen Sie gerne ein. Скупаетесь ли вы с удовольствием, да, будучи, я так понимаю, и вас kaufen Sie am liebsten. Что покупаете лучше, больше всего, что любите? Теперь einkaufen. Либо Так. центр meine Tochter, zum Вот, Beispiel. пожалуйста, такая ситуация. Хорошо, цвай, давайте почитаем. Gehen Sie gern in. Подарки? Практически. Это магазины в данном случае. Нравится ли вам ходить в магазины? Если да, то в какие? И с кем вы ходите по магазинам? Ich mag den Geschäft Geschäfte. allein. Ай-яй, вот вам и все. In welche, вы какие? Alleine ich mag Lebensmittel, aber kaufen Kleidung ich mag nicht. Ich mag bestellen im Internet. Хорошо. Ну, мы ответили на Mitwem, Gehen Sie einkaufen, правильно? Теперь троечку, пожалуйста, вас. Was kaufen Sie oft online? И на это мы ответим, да? Так, welche Dinge nutzen Sie am
Хойфихстен. Хойфихстен. Чаще Какие виды всего. вы чаще всего? Да. Ой, их ноутса шпорт. Хорошо. Так, was machen Sie mit Dingen, die Sie nicht mehr brauchen? И подсказки там есть. Пишите. Wie waren Sie weg? Werfen. А что такое werfen? Wegwerfen — это выбрасывать. Я их выбрасываю. Ich gebe sie, а gebe sie. Я даю их. Да, даю кому-то или чему-то. Oh. Продаю их. Was machen? Ich normalerweise werfe weg. Нормальная вайза, их что-то там weg. Зи, наверное, их, да? Верфи Ладно. и хизи, да, выбрасываю. Окей. Теперь 6. Wie viel Bücher CD, CDs. CDS, Zeitungsstück, Штуку. и так далее. Besichten Sie, welche Найти. Sie zweit und schätzen Sie Ihre Anzahl. Так, какие книги, Kleidung, вещи. Вещи, да? Да. Сколько у вас книг, компакт-дисков, предметов одежды, обуви, смартфонов, USB накопителей и так далее? Etc. Выберите две вещи отсюда и оцените их количество. Ich habe acht Bücher und Хорошо. И в штуках мы можем их посчитать? Анцаль. Окей. Есть такое. И последнее, да? Нет, не последнее. 7-8. Так, besitzen Sie etwas, das Sie nicht mehr brauchen oder benutzen und das Sie nicht weggeben, Вот. возвращ Выбрасывать, да? Отдавать, выбрасывать, выбрасывать. Так. Видите, у нас Besitzen тут появился. И он уже использовался несколько раз. Ну, вот второй, если быть точным, да? Besitzen. Его чистое значение этого Besitzen — это владеть. Владеть. Besitzen. Есть оно у нас тут в словарике? Посмотрим, да? В конце потом. Besitzen. Да. Владеть есть, иметь. Что они хотят? Какой будет перевод? Есть ли у вас что-то, чем, что вам больше не нужно, чем вы не пользуетесь и что вы не хотите отдавать или выбрасывать? Да? Как мы можем ответить на этот вопрос? Ich habe eine Blume. Что у нас получилось в ответе? Ich habe eine Blume. Цветы. Да, und ich möchte nicht sie wegwerfen. Нет, weg sie. Как это? Weg sie. Werf. Wegwerfen. Видите, вот фраза.
werfe sie weg. То есть weg выбрасывается. Но так как у нас есть модальный глагол хочу, хотеть, да, то он склеит вот этот weg, werfen, помним, да? Отделяемые приставки склеиваются модальными глаголами. Поэтому в вашем предложении вы его не расчленяете. Получается, поэтому deshalb möchte ich sie их nicht wegwerfen. Ja? Gut. И восьмерочка. Können Sie sich vorstellen? Ihre ganzen Besitz владеть auf ein gewöhnliche absolut notwendige Dinge zu reduzieren. Так. Совершенно верно. Давайте новые слова переведем с вами пословно пока что, да? Können Sie sich vorstellen, можете ли вы представить себе ganzen Besitz, все имущество auf einige wenige, к нескольким малым, абсолют notwendige, совершенно необходимым вещам, zu reduzieren, сократить. Что имеют в виду? Можете ли вы представить себе, что все ваше имущество, видите, это существительное от besitzen, besitz, имущество сводится к нескольким абсолютно необходимым вещам. Могу, не могу. Могу. Я. Легко. Вот вам и ответ. А, отлично. Переходим на страничку. Следующую 160, 160, и у нас есть упражнение 2. Inventur. Что это такое? Я вам сбросила транскрипт, потому что нам необходимо будет его прослушать сейчас, как всегда. Сейчас его включу и заполнить словами, которые, возможно, мы не знаем, с бокса. Текст. Так, где Кристина? Я бросила вам их тоже на всякий случай. Может быть, дома вам захочется их послушать. Kapitel 8, Очень слышно. Aufgabe 2. Inventur. Als die Studentin Judith irgendwo hörte, dass jeder einzelne Europäer im Schnitt 10.000 Dinge besitzt, konnte sie es nicht glauben. Это другой текст, транскрипция. Транскрипция. Совершенно другой текст, да? Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Это не он, да? Да, я думаю, Это что. не он, это не он, совершенно. Или ich brauche ein neues Smartphone, ist das neue Mercedes. Про смартфон, про смартфон. Может, просто не та запись. Сейчас найдем. Да, не тот час, Не наверное. та запись. Ну, написано четверочка, да? Сейчас выяснится, что это не то пальто, друзья. Так. Сейчас посмотрим еще раз. Kapitel 8, Aufgabe 2, Inventur. Als die Studentin Judith irgendwo hörte, dass jeder einzelne Europäer im Schnitt 10.000 Dinge besitzt, Стоп. Знаете, что это такое? это Она... в этот текст, который передо Это мной. текст. Две секундочки, Да, пожалуйста. А я посмотрю, а что это такое? Это шестое упражнение, а не четвертое. Добро. Что мы с вами делаем? Мы идем, собственно говоря, в этот текст, я так понимаю. да. Я и послушаю. Ну все, я включаю третий раз. Kapitel 8, Aufgabe 2, Inventur. Als die Studentin Judith irgendwo hörte, dass jeder einzelne Europäer im Schnitt 10.000 Dinge besitzt, konnte sie es nicht glauben. Sie kam auf die Idee, ihre eigenen Habseligkeiten zu zählen und mit ihrer Zählung das Gegenteil zu beweisen. Judith erstellte eine Datenbank, in der sie alles eintrug, was sich in ihrem Studentenzimmer in der WG und ihrem Jugendzimmer im Haus ihrer Mutter befand. Gleichzeitig notierte sie, wie oft sie das Stück noch benutzt. Das Ergebnis war überraschend. Nach kurzer Zeit standen folgende Dinge auf ihrer Liste: 100 Bücher, die Hälfte ungelesen. 251 Kleidungsstücke, 17 Paar Schuhe,
237 Dekorationsgegenstände wie Kerzen und Tischdecken, 122 Nägel und Schrauben, 2 Stofftiere, 6 Scheren, 100 alte Jugendzeitschriften, 21 Kugelschreiber und 8 USB-Sticks. Bei Gegenstand 2198 brach sie ihr Experiment ab. Judith weiß also bis heute nicht, wie viele Dinge wirklich in ihrem Besitz sind. Sie weiß aber, dass sie viele Sachen gar nicht mehr braucht. Die Masse an Produkten überraschte sie und veränderte ihr Einkaufsverhalten. Judith ist vorsichtiger geworden und denkt öfter darüber nach, ob ihre Einkäufe wirklich sinnvoll und notwendig sind. Eine Anhängerin der Minimalismusbewegung, die dafür wirbt, nur mit 100 Gegenständen zu leben, will sie aber nicht werden. Für einen solchen Schritt ist ihre Vorliebe für schöne Kleider zu groß. Усё. Давайте посмотрим теперь на бокс. Вот этот Эрштейн, Нагденкен, Бефинден и прочие позитивные вещи. Попробуем перевести. Какие не знаем, да? Какие не знаем. Эрштейн. Эрштейн, прекрасно. Будем записывать чистое значение его. Это создавать. Эрштейн – это создавать. Есть. Нагденкен. Обдумывать. Нагденкен – это обдумывать. Да? Да. Нагденкен – это обдумывать. Befinden. Находить или быть в поиске. Находиться, располагаться. Находиться, sein, быть, glauben, думаю, bewiesen, это кто? Beweisen, beweisen, доказывать. Beweisen. Abbrechen. Отменять. Beweisen, отменять. Ändern. Verändern, менять. А что не вексель? Или вексель? Расти, меняться? Может быть, смотря какой контекст. Сейчас посмотрим. Leben, жить, benutzen, stehen, stehen, платить, brauchen, отдать. Вот такая ситуация. Ну что, поехали. Als die Studentin. Вставляем. Als Juden, tarara, versdit. Könnte sie es nicht glauben? Не могла она поверить, да? Könnte sie es, после konnte, уже он стоит, да, в нужной форме, соответственно, sie, а дальше будет инфинитив. Не могла она что сделать? Glauben. А давайте переведем это предложение. Когда студентка Юдит irgendwo где-то услышала, dass jeder, что каждый einzelner Europäer, einzelner это один, единственный по себе, каждый европеец, что делает? Im Schnitt. Im Schnitt это в среднем 10 тысяч вещей besitzt, владеет. Konnte sie es nicht glauben, она не могла в это поверить, да? Sie kam auf die Idee, ihre Habseligkeiten. Habseligkeiten. И у нас есть звездочка, и внизу сноска, видите, besitz. Это то же самое, что имущество. Так, что делаем? А, да, zu zahlen. Zu zahlen, да, хорошо. А дальше? Und mit ihrer? Ihre Zahlung, das по магазинам zu gehen, наверное.
А давайте переведем. Ди, она пришла. Она имеет одну идею. Что это будет? Аниген. Собственное Ее собственное. имущество пересчитать Да, пересчитать и и этим количеством подсчетом das Gegenteil, противоположность, то есть противное доказать. А доказывать у нас beweisen. Да? Так, теперь читай. Sein. Давайте переведем. Джудит сделала банк данных, то есть она его создала, правильно? Правильно. Как будет? Erstellen. Judith erstellen Так, eine erstellte. Wand, in der sie alles eindruck, Вносила, да, Eindruck. was sich in ihrem Studentenzimmer in der WG und Judith Zimmer im Haus ihrer Mutter. Что она сделала? Поменяла, менять? Давайте переведем. Значит, она вносила в этот банк данных все то, что у нее было в ее студенческой комнате в общежитии и в молодости в доме ее мамы. Хорошо. Что тут подойдет? Наверное, находилась. Я так вижу. Находиться туда, befinden. Опись она сделала. Befinden меняется в прошлом времени на befand. И мы пишем в пятерочке befand. Gleichzeitig, В то же время, да. notierte sie, wie oft sie das Stück noch. Noch еще использовала. Чем она еще пользовалась? Возьмем benutzen и подставим его в прошлое время. Претеритум. Benutzte. Das Ergebnis это Результат. 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 Ее результат был überrascht, ее удивил. Да. Nach kurzer Zeit, короткого времени имела фольгу. Сейчас посмотрим. Folgende Dinge auf ihrer Liste. Следующие вещи в ее списке что делали? Были, вы хотите sein, он нам еще понадобится. Давайте возьмем stehen, стояли вещи. Находиться, стоять в списке подходит stehen. Если он будет в претеритуме, это stand, в множении к тому же. Standen. Standen. Деньги auf ihre Liste. Falsche und gelesen. 251 Kleidungsstücke. 17 Paar Schuhe. 237 Radiergegenstände. Терцем. Свечка. Викерцен und Decken und 122 Nagel und zwei Stoff, drei, Schrauben. vier, sechs Scheren, 100 alte Jugendzeit Schriften, 21 Kugelschreiben und 8 USB-Stick. Давайте переведем. Тут гвозди, я вижу, подъехали, и шурупы. Мы их не учили. Но гвозди, может быть, негель. И шурупы, шраубы.
Кошка хочет залезть в третий раз уже на занятие в шкаф. Штоф тире это мягкие игрушки, штоф набитые. Шерен мы знаем, это ножницы. Югендзайтшрифтен это молодежные журналы. Кугельшрайбер знаем, ручки. USB это эти флешки нам. Да? Так, bei Gegenstein, Шурупы, чи що? Не-не-не, Gegenstand это by. Gegenstand это в случае, это сталый выраз. В случае. В случае чего? Давайте посмотрим. А, нет, когда она уже насчитала 2198, что-то каталось. Она отменила. Подсчет, да, кошка? Как переводится бай кеген случае? Да, когда в случае, если здесь посмотреть, то его можно перевести как подсчитав, остановившись на, она остановилась на 2198 вещи. Это вещь. Вот, да. При вещи Обрехан? 2190 разорвем. А Б пойдет в конец. И да, обрехаем. И у нас будет с вами предложение звучать так. Брох зи и эксперимент аб. Что мы сделали? Мы разорвали обрехен. Да, можно взять. И аб пошел в конец. Обрехен основу мы поставили в претеритум. И он приобрел букву О. Получается брох. Брохзи и эксперимент ап. То есть уже считать на трехтысячной она не захотела. Что там дальше? В девяточке. Judith weiß also bis heute nicht, wie viele Dinge wirklich in ihrer Besitz nutzen. Вы знаете, тут нужен перевод. Джудит знала также до сегодня не сколько, Вифиля, сколько вещей действительно в ее имуществе, что мы не взяли, я зачеркивала. Вот он, Зинд. Это знаете, какая тема у нас? Консюмеризм. Проходили вы такую тему у вас там? У меня студенты на Advanced в английском, там очень огромный есть конгломерат TED-Ed, где несколько, целый блок посвящен этому консюмеризму. И в каждом языке эта тема есть. Вот она, тоже огромная тема. Видите, у нас тоже целый блок этому посвящен. Консюмеризм. Консюм, он так и называется. Продукт and consume. Хорошо, мы поставили Zint. Почему мы поставили? Wie viele Dinge wirklich in ihrem Besitz sind? Сколько в ее Есть. владении есть вещей? Такие. Хорошо, а что там дальше в десяточке? Die Masse an Produkten überrachte sie und Не-не-не, мы десятое не написали еще. Sie weiß aber, она знает, но, dass sie viele Sachen gar nicht mehr, что осталось? Нуждаться остался. Раз, два, четыре глагола или пять. Браухе. Brauchen, а так как это она, нуждается в презенсе, brauchte. Моя браухт. Die Masse an Produkte überracht. Берашты, я. Ihre Einkaufshalter. Что? Сейчас найдем. Димаса анпродукта. Такое количество продуктов удивило ее, ну, продуктов, вещей, удивило ее и повлияло, изменило, наверное, ее покупки. Какой-то глагол изменять, verändern. Так как это претеритум будет. Сделаем его в претеритиве. Verändert. Рендерте ihre Einkaufs. По слогам. Einkaufsverhalten. Einkaufsverhalten. Покупки. Judith ist
Здесь тебя осторожнее стала, внимательнее, да? И 12-е. Что 12-е? У меня осталось Leben in Nachdenken. Разрываем. Тут, да, это он, Nachdenken. И начала думать. Нах пойдет в конец, а Denken мы поменяем под нее в презенсе Denkt. Und Да. Denkt öfter darüber nach. Она об это wirklich und notwendig sind. Eine engagieren, нет, anga. Энхенерин. Знаете, кто это? Это сторонница. Сторонница минимализма в Движение. типа того, движение минимализма. Die dafür wirkt, Пропагандирующие, что? Gegenstanden. Что? Жить на 100 вещей куль. Лебед получается. Will sie aber nicht werden. Für einen solchen Schritt ist ihre Vorliebe Für einen solchen Schritt ist ihre Vorliebe für schöne Kleider zu groß. Она на это пойти не может, потому что у нее слишком большая любовь к хорошим вещам. Давайте эту тему разовьем. Fassen Sie den Text mündlich oder schriftlich zusammen. Beachten Sie dabei die folgenden Fragen. У нас есть с вами вопросы по тексту. Вот домашка первая и подъехала. Что мы с вами делаем? Мы напишем ответы, собственно говоря, на эти вопросы. Что они хотят? Was war der Ausgangspunkt von Julies Idee? Что ее подтолкнуло? Что было, если чистое значение вот этого Ausgang? Это отправная точка. Пункт – это точка, Ausgang – это выход. Да? Что было отправной точкой для идеи Джудит? Что ее спонукало? Что она сделала? Was hat Judith gemacht? И zu welchem Ergebnis, к какому результату она пришла? Ist sie gekommen? И welche Konsequenzen, да, результаты? Какие последствия она извлекает из этого? Она извлекла то, что она не хочет это делать, потому что не может смириться. А не Б. Да. Да. И вот наша первая домашка и нарисовалась. Так я ее вырезаю и отправляю. Что надо, нам пишем. Что мы пишем? Пишем ответы. И Enter нажимаем. Это успех. Так, домашка один. Теперь мы заходим в словарик, набивку словаря. Как мы набиваем правильно словарь? Лайфхак. У нас есть маленькая... Есть, Кристина? Или нема? Вот. Есть. Страничка 18. Есть маленькая страничка. И наша тема сегодня – это Besitz Eigentum. Имущество, собственность. Давайте почитаем только первый кусок. Sachen, Produkte brauchen, nutzen, benutzen, verwenden, verwerfen, versinken, Давайте их переведем. Увидим, какие вы не знаете, проанализируем. Так, предметы, вещи, продукты, нуждания. Нет, Нуждаться. продукты Браухен – это нуждаться в вещах Да, каких-то. нуждаться есть. Использовать, использованные, наверное. Нуцен бы нуцен, одно и то же. Использовать, пользоваться. Пользоваться, выкверфан, выкидывать, Verwenden. verwenden, использовать. Не-а. Использовать это nutzen, benutzen, это пользоваться, да? А вот verwenden за ними пошел, это применять.
Wegwerfen, наш друг сегодня, который таскается с нами по всему юниту, это выбрасывать. Да, выбрасывать. Так. Фэншенкин. Ну, как что-то дарить. Да, раздаривать, есть. То же самое практически и Каждому. шенкен. Да? Покупать и продавать. Есть такое. Хорошо, есть. Так, 10.000 динги. Безитен иметь 1000 вещей. Зих ин безит befinden. Просто принадлежать зих ин безит befinden. Находиться, если чистое значение, во владении, и где-то мы писали этот безицу, это находиться, befinden, располагаться, вот он. Sie haben Seligkeiten. Что это? Zahlen. Подсчитывать Понятно. вид. Datenbank erstellen. Создавать etwas in eine Datenbank eintragen. Внести что-либо в базу данных. Das Gegenteil beweisen. Доказывать обратное. Ein Experimenten machen. Abbrachen. Так, проводить. Переводить эксперименты. А. Перерывать. Господи, abbrechen. Это заканчиваю, да? Такие есть. Абрахан отменять, да, мы делали. Это с о чем-то задуматься, обдумывать. Верхальтен, Андера. Изменять так, покупательское поведение. Хорошо. Да. Beim Einkaufen auf achten. Обращать внимание на покупки. Обращать, да. И изменять, да, значение. Eine Vorliebe für haben. Любить. Ответ, наверное. Zu einem Ergebnis kommen. Aus etwas ziehen. Делать выводы. Вот это выводы, это концепт question. Как правильно читается? Einkaufsverhalten и Konsequenzen. Это самые тяжелые слова с этого бокса. Concentration. Konsequenzen, Konsequenzen. Все. Мы дочитали вот этот кусок. Он посвящен упражнению С на страничке 160. Путь. Поехали, соединяем. 10 тысяч вещей, и они соединили безицы. Уже этот пример у нас сделан. Кто помнит, что такое безицен? Это иметь во владении. Да? Да. Теперь ау. Auf nachdenken. Да. Nein. Один. Nein, nein, nein. Sie kam auf die Idee. Kam, значит, это kommen, ja? Она пришла к идее. Das Gegen Teile. Вот. Gegen Да. Доказать обратное. Доказать. Бывай, зен, это и. Есть. Eine Datenbank создавать. Да. Это йод.
Erstellen. Drauf beweisen. Einmal. Ja, erstellen. Вот. Правильно. Есть. Erstellen. Потом auf eine Liste. А Liste это В ее списке, вы просто в списке числится, стоять, быть указанным. Сталин, нет? Штелин, я. Я. Нет. Да. Пятерочку делаем. Эксперимент. Пах. Отменять. Отменять. Абреха. Есть. In your А basics. Быть во владении, находиться. Sein. Тайн. Есть. Продукты nicht mehr benutzen. Совершенно верно. Das ein Kaufverhalten. Поведение покупателя Изменять. Вот это. поменять. Да. Verwenden. Verändern, я и последнее. И beim Einkaufen über etwas nach. Остался nachdenken, подумать, да? Полезнейшая страничка 18, прекрасно. Мы закончили блок по инвентаризации и заходим в schriftliche Kommentare. Есть страничка 161. Тут у нас полезненькие выражения, которые мы должны в этом юните взять на вооружение и выполнять задания, вооружившись, собственно, ими. Поехали. Sie haben den Artikel über Judith im Internet gelesen. Совершенно верно. Только что, с пылу с жару, мы его прочитали. Verfassen Sie einen kurzen Beitrag zu Thema in einem Online-Forum. Напишите. Verfassen – это напишите. Коротенький доповедь, пост на эту тему на онлайн каком-то форуме. Как его писать? Доброе. Пишите. Schreiben Sie. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пунктов. Das Sie den Artikel gelesen haben. Что вы прочитали статью. Was Sie an dem Artikel interessant fanden. Что нашли интересного в статье. Ob Sie selbst viele Dinge besitzen. Имеете ли вы кучу вещей сами. Welche Gegenstände für Sie wichtig sind. Какие предметы важны для вас. Was Sie nicht mehr oft benutzen. Что вы часто, не часто используете. И worauf Sie beim Einkaufen achten. На что вы обращаете внимание при совершении покупок? Как мы можем использовать? Это домашка 2 подъехала, естественно. Мы смотрим на Радемитель. В статье рассказывается о. In dem Artikel wird über bla-бла-бла berichtet. Или geht es um. Едается про, щось там. Выбирайте любую конструкцию, какую хотите. Второе. Ich fand es besonders interessant, dass. Мне показалось особенно интересным, что. Третье. Mich hat überrascht, dass. Видите, какие конструкции. То есть не я был удивлен, да, а меня имело удивило, dass. Меня удивило, что. Ich persönlich, лично я. Was mich betrifft, что мне известно, meinen Erfahrungen nach, по моему опыту, что-то там. Видите, где nach стоит? По-любому его надо использовать там тоже. После Erfahrungen. И последнее, wenn ich an что-то там, meine Wohnung тут, например, denke, когда я думаю о своем жилье, muss ich zugeben, zugeben не было. Сегодня zugeben, новое слово для нас, наверное, это признать. Должен я признать, что? Что-то я себе там должен признать. Вот такой ситуацион. Я вырезаю, что это тоже пописать нам надо. Вот такая ситуация. Немного, буквально там, сколько хотите. Предложений от 10.
Вот, второе, ушел. Теперь мы смотрим слова. Wortschatz. Мы не прочитали Wortschatz, мы вообще не знаем о чем. Но сейчас будем гадать на кофейной гуще. Wie heißt? Да, что там? Про номер 20. Что это, какое домашнее задание номер два? Написать? Да. Что? Рассказ, ну, ответить на вопросы по вот тексту, что мы только что вставляли, номер 2, инвентур. Да. Да. И там пункты плана. Это маленькая статья. И в помощь вам редемитель. Есть Сам такое? изразил. Совершенно верно. А теперь будет интересное задание. Сейчас посмотрим, есть ли эти слова выписаны у нас. Они, к сожалению, разбросаны. Да, и немного их здесь. Поэтому послуговывать маленькой страничкой мы не будем. Wortschatz – это словарик. Нам необходимо с вами угадать мелодию. Так, мелодию угадывать мы не будем. Мы будем с вами их, наверное, учить. Где-то у меня было подготовлено все это дело. 2 секундочки. Я высылаю вам эти слова в чат. Нам необходимо их выучить. Все. Кликайте по ним. Haushaltsgeräte. Бытовая техника. Видите, пришла бытовая техника. И все, что с ней. Куча. Die Kaffeemaschine. Вот у нас зелененькая. А это что такое сыты? Давайте смотреть. Это, я так понимаю, пылесос подъехал. Правильно? Это мальчик. Мы пишем ему артикль D. Штауб. Есть такое? Штауб. А дальше? Зауга. Der Staubsauger. И пишем, если нам необходимо, что это пылесос. Есть? Посудомойку, я думаю, посудомоечную машину, я думаю, мы угадаем по посуде. Гешира. Там буква И. Гешир. Шипюля. Да. Давайте почитаем. Давайте вот это вот, что я выслала вам, почитаем. А потом переведем. Или сразу переведем, как хотите. Ага. Бюгель лезен, Бюгеляйзе. да? Это Бюгеляйзе. утюг. Утюг. Совершенно. Der Fernseher, телевизор, die Spielkonsole. Это что такое? Ну, скорее всего, это игровая приставка. Шпиль. Угу. Der Lautsprecher. Какая-то колонка. Совершенно верно. Да, и Да, смартфоны. Die Kerze. Это свечка. Die Zimmerpflanze. Комнатное растение. Das Sofa. Кисен, подушка, дер билдер рамен, ну, рамка для фотографий, для картины. Регель яки, дождевая куртка, анцу костюм, блузка, ди кровата, кроватка, дер негель, это гвозди, да, мы говорили? Вот, были гвозди у нас сегодня, да. Дер хумер, это облако? Молоток. А, Молоток. Де хама. Дерхумер, молодой. Дер акус. Анта аку. Шраубер. Шрауба. Да. Это все, что аку, это аккумуляторный. И где-то у нас Ага. был этот шрауба, это отвертка. Где шрауба? Шраубен были шурупы какие-то у нас. Отвертки, окей. Дер бохер, это, ну, это же не книжка. Не-а, это дрель. Дрель. Ди бюро кламер. Бюро комната ламер. Бюро клама, это скрепки. Скрепка. А. Шере ножницы. Лехер. Да, лоха. Лехер. Это дырокол. А, дырокол. И
Drucker Papiere. Печатная машинка. Папир. Нет? Папир. Просто папир? Да, для принтера папир, бумага. Хорошо. А теперь давайте попробуем с вами будет ли вам удобно, кстати. Мне проще, у меня книжка и два компьютера. А Ага. вам вставить теперь эти слова в Haushaltsgeräte, в бытовую технику, например, да, начинаем с нее. Die Kaffeemaschine, видите, зелененьким, как они вставили. Потом пылесос надо оформить. Der Staub. Будет тяжело, да, Кристин? Номер 4. Да, вот это, что мы читали, его надо вставить в узнать. Узнать в тексте. Ну, не в тексте, а А, слово. значит, Штауб-залбер. Второе, Герюх-шпюле. Почти. Бергич. Да. А, Бюгель-зайн. Бюгель-лайзен. Так. Фернзея. Да. Диана. Так, нет. Где шпиль консоли? Да, дешпиль консоли. Лаутшпрехен, смартфоны, ди смартфоны, наверное. Das. Да, смартфоны. Потом декурца. Да. Да, ди керца. Да. Свечка. Да. Ди цимер фланце. Дас. Не. Софа кисен это подушки. Кисен, софа кисен, да, подушки дивана. Ди бильдерамен, потом Бильдерамен, да. кляйдунг, регельняке, ди регельняке, ди дер анцук, Анцук есть, идея анцук. ди блузе, И ди кроватте. да. Потом ди негель, Нагель, он один. Де. он ди нагель, ди хамер, Де хама есть. дер хамер, вот этот вот аккумулятор для дрели, Акушраба. акушаба, так, и бехер, вот этот, да, бохер, дер бохер, потом бюро, ди бюро клима, Клама, кламер, ди клама. клама, ди шере, дер лехер, лохер, Лоха, я. И лохер, и дас дрюк папира. рука папье, да, нет. Теперь мы с вами заканчиваем сегодняшний урок таким веселым кубиком Рубика. Состать, значит, erfolgreiche Produkte mit Kultstatus. Статус, я не мечтаю. Пять успешных продуктов, пятерочка, успешные продукты с культовым статусом. А. Bilden Sie aus den vorgegebenen Wörtern Sätze. Составьте предложение из поданных слов. Und schreiben Sie kleine Texte im Präteritum. И напишите короткие тексты в прошедшем времени. Achten Sie auf die Angaben in Klammern. Обратите внимание на информацию в скобках. Und den richtigen Kasus einige Erzählungen. И правильный регистр, большая маленькая буква, некоторых дополнений. Казус – это падеж. У нас есть зелененькое что-то, мы его сейчас почитаем про венгерский Эрне Рюбик Венгер Эрне Рюбик разработал всемирно известный кубик, Верфель в 1974 году, и он что-то неизвестно что. Итак, der Rubik-Würfel, кубик Рубика, Zauber-Würfel, волшебный кубик,
У нас есть предложение. Так, а дальше что-то пишут умные люди или нет? Ага, ничего себе. Да, огромное, конечно, задание. Доброе. Der Ungar Ernő Rubik, der Weltkante Würfel 74 in Budapest entwickeln. Они уже попробовали нам это сделать предложение. Кто? Венгр, der Ungar. Как зовут? Ernő Rubik. Что сделал? Entwickelte. Что? Дополнение пошло. Den Weltbekannten Würfel. Когда? В 74-м. Где? В Будапеште. Он. И дальше вот когда он, это пошло следующее предложение. Мы должны с вами, если вы перевернете страничку, вы увидите, что там дальше, на следующей страничке, эта тема продолжается. И нам необходимо будет построить с этих подсказок правильные предложения. Я предлагаю посмотреть, как они звучат в правильном варианте. Так, что такое? Наше домашнее задание будет обратить внимание вот на эту вырезочку. Видите? Er gab dem Würfel den Namen Zauberwürfel. Он дал кубику название волшебный кубик. Видите? И вот эти все предложения надо посмотреть, попишите их. Домашка номер 3. Разобрать вот этот кубик Рубика до странички аж 162. До трека. Хорошо? Если хотите, можете тоже слушать, но вам много будет, я так думаю. Где-то потерялась моя заголовка. Хорошо. Вот, в принципе, и все. Там про Майкла Джексона тоже есть, про PlayStation, про iPhone. А я Про... слушала. Да, отлично. Поехали, сделаем это. А я вас жду на следующем занятии. Мы продолжим с послухачек. Да? Да. Я вас жду до встречи. Пока. Неделя вам. До свидания.